Ну, это татарский разбойник, который отнимал у богатых, раздавал бедным. Алим Азамат – это крымский татарский Робин Гуд. Он отнимал у богатых то, что им не принадлежит, и раздавал бедным имущим. Национальный герой, который, как в Англии, Робин Гуд есть, только это крымско-татарский, который у богатых отнимал и бедным раздавал. И его, как героя нашего народа, везде прятали, сохраняли. Алим Азамат, оглы, был бізін миллет қахраманыдыр. Знаешь, кем был Алим Азамат? Нет. Это герой наш, как бы. Не знаю, с кем он боролся, правда. Наверное, боролся с теми, с кем надо, в принципе.